36 секунд на игру, 6 на 3. Нятинин вдоль борта, пресс обратно Нятинину, Вовченко снова слева. Стенквист на синей линии, передача, пресс-бросок, гол! Это гол, это 3-1, Северсталь не зря заменила вратаря на 6-го полевого. Шугаев возвращается, Северсталь пока так сдержанно, но празднует гол. 3-1. Да, я скажу, тут такой момент, то, что они забили против троих, здесь ничего удивительного. А вот то, что Разин поменял вратаря, и они забили в шестером, это такой знак.